Здравствуйте! Сегодня я хочу показать вам как несколько способов, как открыть банку, которую не можете вы открыть голыми руками. Их будет три способа. Я надеюсь, они вам помогут. Я уверен, что они вам помогут. Что ж, начнем. Первый способ, самый простой, при котором не требуется дополнительных каких-то инструментов, только ваши руки. Что нужно сделать? Надо побить банку понизу и побить банку поверху, желательно под углом, под каким-то одним углом. И потом с трудом ее можно будет открыть, как вы видите сами. И второй способ. Второго способа потребуется уже дополнительные принадлежности. Это будет нож, а лучше отвертка, чтобы подеть банку. Что мы делаем? Мы берем банку. Берем банку, берем отвертку, ищем самое широкое место на резьбе банки и, так сказать, подпихиваем эту отвертку и пытаемся его поддеть, чтобы запустить туда воздух, чтобы нам было легче открыть, собственно говоря, банку. Опа! И наша баночка открыта. Ну и третий способ, самый энергозатратный, для него потребуется кипяток и какая-то емкость. Ну и банка, которую вам нужно открыть. Вот, может это сделать любой другой емкости. Ну, мы берем банку и опускаем в кипяток ее крышку на одну минуту. Но важно, чтобы банка не была с холодильника или с морозилки, чтобы она не лопнула. Мы ее опускаем туда. И ждем одну минуту. Не больше. Желательно даже меньше. После этого мы достаем банку. Крышку и... Открывается она. Оп-ля. И все, и никаких проблем у вас с этим не будет. Вот вам три способа, с помощью которых можно легко открыть тугую банку. Надеюсь, они вам помогли. Я уверен, что они вам помогли. Удачи вам. До встречи.